У 1792 годе Речь Посполита лежала амаль безоборонная перед российскими войсками и конфедератами-траговичанами, что выступали супроть Конституции 3 травня. Бракавала силов, да и Пруссия, на допомогу, кой разлічваў Станіслав Август Панятовскі, здрадзіла сваім абяцанням. Тым не менш, урад Речы Паспалітай рыхтаваўся да абароны краіны. Зрэшты, зрабіць кароль і ўрад маглі не шмат. Былі падвоены падаткі, ды абвешчана паспалітае рушанне, але супраць рэгулярнага расійскага войска гэтага было замала. 12 травня 1792 года войска Российской империи перейшло мяжу с Речи Посполитой. До его долучились отрады конфедератов траговичан, кировал российцами генерал Кречетников. Силы ж траговичан отчольвал Симон Косаковский, магнат Звиленщины. Каб оправдать довер императрицы, и он распачал сапраўдный террор на наших землях. Один з сучаснікаў тых падзеяў пісаў: генерал Касаковскі гарцаваў па Літве, палячы агнём, рабуючы і пустошачы. Казакі і салдаты маскоўскія паўсюль ганьбілі нявестаў. Увесь край, там, дзе вялася вайна, стаў дашчэнту спустошаны так, што засталіся толькі неба і земля. Забегаючи крыху наперед, хочу сказать, что кровавые подвиги Симона Косаковского были по заслугах оценены сучасниками. Подчас повстання 1794 года он был покараны смертью у занятой повстанцами Вильни, а менавіта, як тады казали, на французский манер был повешаны на ліхтары. За 2 месяцы, что протягивались военные деяния, отбылся шэраг битваў, перамогу у яких частей святкавалі российские войски. Были занятые города Браслав, Глуск, Менск, Нясвіж, Слонім, Гародня. Войски интервентов імкліва рухаліся до заходних межаў Великого князства Литовского. Единым значным поспехом нашей зброї стала битва под Зеленцами 18 червня 1792 года. У тих подеях брав удел и Тадеуш Костюшка, чья дивизия забезпечивала прикрытие головных силов. Але перемога у этой битве не спынила войну. 14 червня российским войскам скарается Вильня, а 23 берасця параза Речи Посполитой становится видовочной. У такой ситуации Станислав Август Понятовский начинает таемные перемовы с Катериной II, имкнучися, подписываючи капитуляцию, заховать действенной Конституцию 3 травня. Але спроба была марной. По загаде императрицы король обвяшчая об долучении до конфедератов и загадывая оборонцам скласти зброю. Речь Посполита оказывается под оккупацией российских войск. Катерина II подманула удельников Торговицкой конфедерации, обещала непорушность межев, то захавая межи Речи Посполитой, она самой справе одорвала ласы кавалок белорусских и украинских землей. Не треба думать, что Радянский Сойм, який войшов в историю под назвою Немога, вельми хутка замацаваў акт другого падзелу Речи Посполитой. Сойм працягваўся некалькі месяцаў з сярэдзіны червеня до конца лістапада. Сцэнар, які ажыццяўляў расійскі пасол Яков Сіверс, не ўдалося
імгненна увасобіць у жыццё. 23 снежня 1793 года Россия и Пруссия подписывают домову об другим поделе Речи Посполитой. Скликаны у городни летом того же года Сойм, что проходил под оховой российских войсков, формально подтверждая акт по делу. Деяние Конституции 3 травня отменялось. Решение о поделе принималось у городни. В новом королевском замку на так званом Немым Сойме. Я бываю часто в этом палаце, там зараз музей, библиотека. Вспоминаю эту подею, уявляю, как это там все отбывалось. И скажу так, что саправды заховалися добрые описания, это выглядало навод жахливо, потому что керовал усім российский посол Сіверс. На гэты Сойм обирали выключно прихильников России, торговичанов. Але і так расійцы баяліся гэтых паслоў, дэпутатаў, пяцярых нават арыштавалі. Прагаласавалі пад прымусам за трактат з Расіяй, которым адрывалася частка дзяржавы. Але не хацелі зусім галасаваць за трактат з Прусіяй. Прусія забірала Торунь, Гданьск, частку Велікапольшы і Памор'я. І таму паслы ў знак пратэсту маўчалі і хацелі ўвогуле разбегчыся. Тады новы замак акружылі батальёнам расійскіх гранадзёраў, скіравалі на замак гарматы, і кіраўнік, маршалак, які вёў сейм, сказаў: «Ну, маўчыце, значыць, маўчанне знак згоды». І так прымалі гэты трактат. Это была сапраўдная ганьба. Российская империя отримливая Менское, частку Берастейского и Виленского воеводства, а так само Усходнюю Волынь, Киевское, Браславское и Подольское воеводство. Разом 250 тысяч квадратных километров с населенством больше за 1,5 миллиона человек. Пруссии отошли заходние земли Польши. Обрезанная с усіх боков Речь Посполита стратила апошнюю магчимость проводить самостойную политику. Теперь это стало зразумело усім, як и тое, что российский орол уже не ослабить хватку своей кипчуростой лапы. А Речь Посполитая притишено молчала. Але тое молчание, як оказалось, было перед бурой.